Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 31 декабря 2019 года. Итак, у нас все готово для салата оливье. Вот, не знаю, вот свеклу еще положил, на люле со свеклой вместо картошки оливье. Или с маслом, с растительным вместо майонеза. Ну вот докторскую колбасу никак не заменишь. Ни морковку, ни яйца, ни лучок, ни горошек. Ну, в общем, посмотрим, что у нас получится в результате. А так можно приступать к варке овощей. Ну, конечно, свеклу нужно положить на самое дно, поскольку она дольше всех варится. Ну и очевидно, эта кастрюля маленькая, берем побольше вот такую, и соответственно пошло вот таким образом: свекла, картошка, морковка и соответственно самая верхняя должна быть самая мелкая картошка. Ее мы будем проверять на предмет готовности с помощью острого ножа. Ну и сверху же можно положить яйца, которые варятся совсем мало, всего 5 минут после закипания. И вот у нас, в принципе, все готово для старта. После того, как сварим овощи, хорошенько их охладим, почистим, ну и начнется нарезка с помощью наших приспособлений всевозможных, которые есть. Вот замерим эту решетку на квадратное, и соответственно будет у нас нарезано все сантиметровыми кубиками. И вам таких же успехов в приготовлении салата оливье с докторской колбасой, как это и положено было в советские времена.